Югорские археологи завершили работы на памятнике Каюкова-1 в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа Югры. Экспедиция была организована Институтом археологии Севера, Северной археологии 1 и Сургутским государственным университетом. В рамках археологической практики в раскопках принимали участие студенты СУРГУ. Ученые исследовали жилища людей каменного века, землянку с остатками сгоревших деревянных конструкций. Эта находка в будущем позволит воссоздать архитектуру жилого строения. Югорские археологи обнаружили остатки сгоревших стен оборонительно-жилого комплекса со следами преднамеренного поджога. Возможно, это был ритуальный поджог, который совершили сами жители, покидая поселение. Эту версию подтверждает малое количество находок, основная часть которых была обнаружена за пределами жилища. По словам ведущего научного сотрудника СУРГУ, кандидата исторических наук Олега Кардаша, в Каюкова-1 зафиксирована ситуация, аналогичная Каюкова-2. Поселения существовали не только синхронно, но и одновременно. Археологические артефакты полностью соответствуют друг другу. Тоже, получается, Каюкова-2 полностью сгорела, да. И Каюкова-1 полностью сгорела. Но да. Несмотря на то, что вот здесь было 2 метра песчаной стены, как так огонь перекинулся из полностью закрытого песчаного помещения в стену. Однако, в отличие от Каюкова-2, планировка которого является круглоплановой, с крестообразной планировочной структурой, Каюкова-1 имеет в плане прямоугольную форму с уличной планировкой. Жилища здесь расположены в 2 ряда в шахматном порядке и соединены друг с другом подземными вентиляционными ходами. По данным радиоуглеродного анализа, проведенного ранее, возраст поселений составляет 8000 лет. Во время экспедиции ученые провели зондаж болота. Предварительные данные свидетельствуют о наличии здесь ранее речной системы с глубоким омутом, где зимовало большое количество рыбы. В дальнейшем не исключены находки подболотной толщи рыболовных сооружений эпохи раннего неолита. Во время экспедиции получен обширный материал для лабораторных и научных исследований, который позволит воссоздать палеорельеф, климат и условия, в которых жили первопоселенцы Каюкова-1 и Каюкова-2. Возможно, представление об обществе охотников и рыболовов сильно изменится. Оно имело более сложную общественную организацию, чем представлялось ранее, а поселения первых жителей Югры отличаются наличием архитектурного замысла и планировки.